Дорожно-транспортное происшествие произошло по Тамерланскому шоссе недалеко от Шымкентского аэропорта. 14 июня, примерно в 7 часов вечера, два грузовика двигались в одном направлении. Видимо, забыв про соблюдение дистанции, один большой груз въехал в другого. По словам предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, у его машины отказали тормоза. Водители больших грузов в аварии не пострадали, а вот машинам нанесен значительный материальный ущерб. В подробностях аварии разбираются сотрудники дорожно-патрульной службы. Дорожно-транспортное происшествие уже с участием пассажирского и легкового транспорта произошло недалеко от пересечения улиц Жильтоксан и Байтурсынова. Как и в первой аварии, обе машины Volkswagen Golf и пассажирский автобус двигались в одном направлении. Водитель Golf пытался припарковаться, однако шофер пассажирского транспорта забыл о дистанции. Результат – авария без пострадавших и разбитые машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом областным департаментом внутренних дел на одной из улиц города Шымкента задержали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте наркотического средства героин за 20 тысяч тенге. При обыске стражи порядка обнаружили в карманах задержанной 1973 года рождения жительницы Шымкента и изъяли 4 свертка с героином. А в доме подозреваемые полицейские обнаружили еще 13 свертков с наркотическим веществом, похожим на героин. Здесь тетрадные свертки. Вы сказали? Наркотическое средство героин. То есть. Вот паниты, обратите внимание. Порошка обратите. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятые вещества являются героином общим весом около 14 граммов. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Подозреваемая арестована. Проводится досудебное расследование.